Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим браслеты янтарные. Будут все-все-все браслеты, которые сейчас в наличии. Все выложены уже на сайте, ссылочки на сайт, все данные для заказа под видео. Можете уже переходить на сайт. Там отдельно раздел «Янтарь», который, в свою очередь, поделен еще на браслеты и бусы. Можете уже все там заказывать. Там указано количество, потому что если некоторым нужно 2, 3, 5 и так далее, можете посмотреть, сколько штучек там на остатке. Янтарь натуральный из Калининграда. Сейчас сначала необработанный посмотрим, который не шлифованный и самый полезный считается для здоровья, для щитовидки, для лечения. На резинке необработанный. Вот такой вот янтарик. Браслетик 130 рублей. Сейчас покажу поближе. Вот такие вот здесь достаточно крупные, не шлифованные, не обработанные янтаринки. Так, и не обработанный на струне, на проволочке. Тоже без размеров идут, очень удобно. У кого-то, может быть, вот так получится в 2 сложения, у кого-то рука поменьше в 3 сложения. То есть универсально на любую руку. Некоторые делают на шею как чокер. Ну, узкий-узкий прям такой по шее. Так, такой у нас 240 рублей. Их там тоже, по-моему, очень много в наличии. И вот этих вот, и вот этих. Так что смотрите. Так, браслетики-таблеточки. Тоже из необработанного. Вот такое название, потому что янтарь такой вот рубленый по форме таблеточек и тоже не шлифованный на резинке. Этот браслет у нас 550, как бы в основном от веса идут янтарь, поэтому этот чуть дороже, они тяжеленькие. И второй вот такой потемнее и покрупнее, наверное, чем предыдущий. Вот такой вот замечательный янтарь. Здесь и белый с зеленым попадается, и всякие разные. Тоже 550 рублей. Они, по-моему, все по одному. Так, вот такой яркий лимонный. Тоже не шлифованный, просто подрублен вот так кусочками. Сейчас поймаю фокус. Вот такой вот лимонный на резинке. Цена 400 рублей. Так. Вот такой цвет. Мне тут писали в комментариях, что коньячный. Нет, девочки, это не коньячный. Это, знаете, как коньяк. Разводишь сильно-сильно водой, тогда, может быть, этот цвет совпадет. Он не лимонный, не оранжевый. Вот такой цвет. Прям, ну, среднее что-то между желтым, оранжевым. Вот такой переходящий, такой янтарный цвет, если можно так назвать. Он ближе даже к цвету какого-нибудь меда. Так, на резиночке тоже 400 рублей. Так, и пошли браслеты сейчас всякие разные покажу. Какие-то по одному, каких-то много. Сейчас будем все смотреть. Все-все выложены. Если не хочется здесь, можете уже на сайте. Так, вот такой великолепный браслетик. Очень подвижный. Он на проволочке. Здесь и лимонный. Чайный, коньячный. Вот это уже коньячный, да, ближе к коньячному. Все вот эти штучки, янтаринки подвижные. Очень хорошо будет смотреться, и по цвету он к любым бусам подойдет. Цена у него 1060. Дальше вот такие вот пестренькие трехцветки. Здесь лимонный. Светло-светло-чайный такой, коньячный, вишневый, какой вот попадается. Они все по очереди, тоже на проволочке. Эти по 580 браслетики, их вот много. Дальше идут молочные. Молочный-молочный, тоже на струне, без размеров. Вот разные есть, чуть побелее, чуть посветлее. Они все тоже по 580. Так,
Дальше у меня есть вот такой браслетик. Он один, прям крупный я взяла. Хотела посмотреть, как он будет вообще и смотреться. Очень крупный янтарь. Здесь вот разного цвета на резинке. Очень красивый, тяжелый. Цена как бы тоже соответствует. Цена у него 1640. Но он прям большой, девочки. Крупный, хороший янтарь. Полированный. Тоже из крупных. Браслет, в принципе, у них там, как говорится, цена до бесконечности. Вопрос только спроса. Как бы, если будет пользоваться, буду возить браслетики и потолще. Да? Но цена, сами видите, уже не 100 рублей, не 130. Так, вот такие пестрые на резиночках браслетки. Тоже ко всем кольешкам подходят. Ну, это вот из этой серии. Только они в один слой и на резиночке. Цена у них по 300 рублей. Лимонный, коньячный, немножко вишневый. Вот такие вот веселенькие, пестренькие, как пчелки. Так, парочка вот таких у меня браслетов есть. Тоже оригинальные. Так, разляпистым колье, которые, помните, были вот в разные стороны. Вот эти вот хорошо очень подходят. Цена у них 930 на проволочке. Лимонный и светло-светло такой разбавленный чай. Два браслетика. Так, дальше у нас давайте пестренькие вот посмотрим пошире. Здесь большой уже крупный тоже янтарь. По форме овальный в основном. Лимонный, светло-светлый такой чайный, вишневый, оранжевый, где какой попадается. Цена 640 рублей. Этих браслетиков много. Можно носить в паре, допустим, с каким-то еще на резинке. Браслеты можно соединять. Так, еще пестреньких. Вот такие вот пеструшечки. Лимонный и светло-светло чайный. На резинке. Цена 460. И вот такие пестрые пчелки. Здесь форма немножко другая, видите, у янтаринок. От молочного все-все-все оттенки. Какие только попадаются. Цена 480, тоже на резиночке. Так, сейчас я разложу, а то у меня в коробке уже столько всего. Так, молочный и не молочный. Так, вот такой коньячный. Они на резиночке. Их, видите, тоже много. Цена у них 390 рублей. Это вот такие оттеночки у нас тут всякие. Вот такие браслетки. Так, дальше у нас молочные. Пошли. Молочные. Там разными фотографиями артикул немножко отличается. Посмотрите, один более молочный, один в лимонный, но такой мутный-мутный цвет. Вот прям, как видите, это побелее, это посветлее. Они оба по 490. Там фотографии прям рядышком на сайте. Сориентируйтесь, кому какой, они по одному. Так, вот такие молочные на резиночке. Вот тут разные они. Все они по 340. Вот такие вот браслеты на резинке. Люблю, когда много всего прям одеваешь. Так, такое богатство на руке янтарное. Так, тонкие еще молочные. И пестренькие остались. Так, сейчас уже не помню. Эти, по-моему, еще не показывала. Так, вот такие молочные. В одну ниточку на резинке. Цена у них 460. Вот несколько браслетиков. И вот такие мелкие по 340 на резиночке. Вот такая пестрость. Красота.
Все, девочки, по браслетам все. Завтра, наверное, начнем смотреть бусы, обработанные, не обработанные, всякие разные. Бусы тоже потихоньку выкладываем. Возможно, уже там на сайте сейчас даже что-нибудь появится. Можно уже там смотреть, заказывать. Все, еще раз, данные все для заказа внизу под видео. Также там наша группа ВКонтакте, Инстаграм, Ватсап, Вайбер и так далее. Все, всем желаю приятного вечера. Всех люблю. Пока-пока.